Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли». Конкурс проходит при участии компании «Ликвимоли». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая «Ликвимоли», вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. «Ликвимоли» — это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Вот и перечислили все те хэштеги практически, кроме одного, которое необходимо было проставить под фотографии, которые вы выкладывали в Инстаграм и ВКонтакте. Эти хэштеги, опять-таки, еще раз. Visit Norway.ru, Мисс Ликвимоли и Страна FM, третий хэштег. Да, итак, друзья, два месяца уже почти телерадиоканал Страна FM и компания Ликвимоли и Визит Норвей проводит конкурс Мисс Ликвимоли. Как Никита уже сказал, правда, девушки нам присылают фотографии. Каждый день мы подводим такой промежуточный итог. А 27 декабря состоится уже финал, где мы узнаем, кто получит путевку в Норвегию на двоих. Но не только. Это еще не все. Совет по туризму Норвегии учредил свой собственный приз зрительских симпатий. И каждые две недели дарит самой очаровательной девушке очки виртуальной реальности, между прочим. Вот они у нас находятся на столе. Да. Это действительно очень такая крутая штука. Посмотрите, вот, какие. Возьми, покажи людям. Просто фантастические очки. Я ими пользоваться не умею, но вот они со специальной лямкой такой, которая, чтобы вдруг не снесло у тебя вместе с головой. Нам советуют 3D, в 3D-формате Норвегию посмотреть, чтобы знали, куда едут ребята. Ну, классно же. Вот так вот. Ничего не видно. Ничего. Отличные 3D-очки. Не 3D, виртуальная реальность. На самом деле, очки, правда, очень крутые. Можно смотреть кино, играть в игры, смотреть, я не знаю, мультики специальные. Давай скажем, кто их получает. Да, и давай теперь о победительнице. Вот, это Арина. Аришечка, просто красотуля, 25 лет. Да, молодая, юная, обаятельная. Юрист из Москвы, любит спорт, между прочим. Ведет здоровый образ жизни, путешествует. И Арина, Никита, получает очки виртуальной реальности. Арина, да. Жди в гости, будем вместе смотреть. Спасибо, виртуальную реальность. Спасибо, Визит Норвей, говорит Арина. Да. Потому что она вот эти очки прекрасно забирает сама. Вот. Сама забирает. Ну и вас мы приглашаем, если хотите выиграть поездку в Норвегию. Красавицы! Либо же очки виртуальной реальности. Заходите, хэштеги проставляйте и участвуйте в нашем конкурсе. Инстаграм и ВКонтакте. Мисс Ликвимоли. Да. Конкурс проходит при участии компании Ликвимоли. Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Ликвимоли, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Ликвимоли – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли».